Мы приехали в храм Ват Сри Супад. Он находится почти чуть южнее старого города. Вот, и он примечательный тем, что сделан из серебра. Святое дерево. И внутрь этого храма женщин не пускают категорически. Можно серебряный Будда. А он золотой, кстати, есть. Какие-то работы проходят по освещению от слова электричество. Да, действительно, сзади покрыт золотом. Ну, может, он еще так достраивается, что. Thank you.